Всем привет, дорогие друзья. Хамзат Чимаев против Леона Эдвардса. Сначала этот бой планировался на 19 декабря в Лас-Вегасе, но встреча была отменена после того, как у англичанина оказался положительный результат на ковид. Вирус оказал серьезное влияние на Эдвардса. За время болезни он похудел почти на 5,5 килограммов и не смог вовремя поправиться. Бой перенесен на 20 января на UFC Fight Thailand в Абу-Даби. Возвращение на бойцовский остров в Абу-Даби начнется не с турнира UFC 257, как полагалось, Макгрегор-Порье, а с серии из нескольких турниров в течение недели. Мы намерены сделать крутые вещи на эту неделю для людей, чтобы они могли прилететь, развлечься, посмотреть бои в субботу, среду и в субботу, сказал Уайт в интервью TSN. Чимаев Эдвардс – это будет главный бой вечера и станет большим шагом для Борза. Смена даты означает, что Чимаев завершит свой 2020 год тремя победами в UFC и все финишами. Хамзат за короткое время стал одним из самых громких имен организации, он поднялся до самых звезд. А вот про Эдвардса можно сказать противоположное. С 8 победами подряд и первым местом казалось, что Эдвардс будет получать только большие бои. Но нынешняя пандемия поставила его в тупик, и он потерял свой шанс встретиться с Тайроном Вудли. После отказа от шанса на титул против Камару Усмана и длительного периода бездействия, UFC дали ему бой против Хамзата Чимаева. Как думаете, кто победит? Брэд Акамото рассказал, когда и кто может стать соперником Ислама Махачева. Он может вернуться в октагон 6 марта, соперником россиянина может стать 15-й номер рейтинга Дрю Добер. Рейтинг этот бой Махачеву не добавит, жаль, что с РДА не получился поединок. Отмечу, что Махачев и Добер должны были драться в 2016 году, но бой сорвался. Махачев не выходил в октагон с сентября 2019-го. UFC планирует провести бой между Исламом Махачевым и Дрю Добером, о чем сообщают многочисленные источники. Официальной даты нет, но предварительно речь идет о 6 марте. «Это чертовски хороший поединок», — написал в твиттере Брэд Акамото. Дрю Добер является спарринг-партнером Джастина Геджи. Выиграл он 3 поединка подряд. Ислам Махачев и Дрю Добер занимают 13-ю и 15-ю строчки в рейтинге легковесов UFC соответственно. На этом все, друзья. Если вам понравилось видео, лупите лайки, фигачьте подписку и долбите комментарии. Мне будет приятно. С вами был Антонов. До скорого!